43 конкурсанта, 7 часов зрелищного шоу и море положительных эмоций. Таким запомнился первый фестиваль коммерческого искусства «Южный слон» в Краснодаре. Программу можно назвать даже перенасыщенной. Танцевальные, музыкальные номера, перформансы, ролики, фокусы и многое другое. Среди участников оказался и Юрий Пикула. Он уже запомнился зрителям нашего канала, да и всей страны, как ведущий народного прогноза погоды. К выступлению на фестивале, признается Юрий, готовился очень серьезно. Ой, это была плодотворная подготовка с нашим художественным руководителем Николаем Брова. То есть были репетиции, неоднократно мы совещались, все планировали, как бы что-то корректировали в костюме, в дизайне и вообще в самом номере, в самой сценической подготовке. На сцене, помимо артистов, создатели «Южного слона» Андрей, Илья и Николай, ведущие со стажем. А еще они шоумены, продюсеры, промоутеры. У этой троицы много специальностей. Говорят, не сомневались, что шоу будет ярким и масштабным. Залог тому – профессионалы-артисты и большая работа, проделанная перед началом «Южного слона». Могу сказать одно. Конкурсанты выдержали все саундчеки, которые проходили в течение 12 часов. Звукорежиссер – чудо-человек просто. Конкурсанты, если бы его целовали, то у него было бы красное лицо. Молодой фестиваль «Южный слон» обещает стать хорошей традицией. Ведь это не просто конкурс, а площадка для встречи потенциальных работодателей с теми, для кого каждое выступление на корпоративе как выход на большую сцену. Артисты говорят, работа на сцене – дело непростое. Но все-таки сложнее найти потребителя своего искусства. Поэтому участие в фестивале интересно всем. Ведь главная награда для финалистов – это возможность попасть в видеокаталог. Его уже размещают в интернете, и доступен он будет всем, в том числе заказчикам, которые смогут выбрать исполнителей, например, для грядущих новогодних праздников. Александр Ермолаев, Евгений Черненко, Светлана Светличная, телекомпания «Краснодар».